Смотрю, стоит девочка. У нее платье такое какое-то лиловое. Ноженьки такие тоненькие, босоножки какие-то, пальчики там все стоит. Что-то занимается нарядкой. Что мы делали вместе? Мы наряжали, готовили дом к выкупу невесты. То есть ее подружки вместе. Так, и она прям все так ходит, делает так монотонно, что-то рассказывает. Говорит, вот тут надо так сделать. Я вот тоже так сделал. Тут надо так сделать. Ну, в общем, посмотрю, шейка такая красивая у нее. You'll give her power when you're ready for her mercy and your word will come when you're sneaking. Подумал, решил, говорю, Кристина, закрой глаза. Она закрывает глаза, я беру розу, и у меня какая-то сумятица начинается, я там. Мне нужно встать на колено, подойти, и я, в общем, как-то все так получилось, что с розой, с кольцом спрашиваю, ты выйдешь за меня? Она с такими глазами, не ожидая вот этого вопроса, и я у нее спрашиваю, собственно, не дожидаясь ответа, а в тот момент она говорит, да, и ей кольцо на пальце. Ты же видел сегодня эмоции мои, да, когда она пришла? Вот, я вообще не представляю, что будет в ЗАГСе. Да? Она говорит, что она думает, что будет в ЗАГСе переживать, то я думаю, что я тоже начну переживать дальше. Да все хорошо. Well, there's sugar on the old spoon. Let's do that two-step around your front room. And when you're ready for her mercy and you're worthy, it will come. Mercy, mercy, come into you. Feel her beauty. Жениться, то куда мы жениться? Там все уже потеряли.